I'm here with the World Championship gold medalist in the women's 100 meter hurdles, Elvira Herman from Belarus. Elvira, could you just talk us through this a while ago? You had a very brilliant start. Я очень счастлива. Такой результат замечательный. Это рекорд соревнований, мой личный рекорд, национальный рекорд. Столько рекордов за один раз. Это просто замечательно. 13.85, a championship record to go alongside a gold medal. How are you feeling about this achievement? Я, если честно, не ожидала, но я очень счастлива. И большое спасибо моей команде, всем тем, кто поддерживал, потому что очень много людей меня поддерживали. Очень много. Я думаю, это сыграло важную роль. All right, thanks and congratulations. Спасибо.